И лыжная гонка, классическая развилка в России в разгаре. Здесь вы видите, снега входа катаются за спортсменами, и лыжники бегут очень быстро. И, конечно, на тренерской бирже работа кипит, спортсмены, специалисты, все заряжены серьезно. 15 километров, 3 круга по 5. Увидим, кто же сегодня одержит победу. Вашу версию вы пишите в комментарии.